Профессор, я весь покрыт жуткими ожогами. С чего бы все это? Хочешь сказать, что ты не помнишь? Не-а, ничего. Что ж, думаю, это и к лучшему, учитывая все ужасы, которые ты пережил. Это все началось пару дней назад. Мы, как межгалактические беглецы, спасались от закона. И пока вы с Лилой сплетались в нежном прощальном поцелуе, нас засосало в огромную червоточину. Да, а мы вернулись. Конечно! Это же была Панамская червоточина, главная артерия торговых перевозок Земли. Осуществляем экстренную посадку. Принял. Активировать спасательные сферы. Благодаря крепости моих спасательных сфер, я отделался легким сотрепульсением мозга. А остальные? Остальные тут, за этой вот ширмой ужасов. Приготовиться к возрождению! Давайте же, стволовые клетки, покажите свою изумительную научную бессмысленность! Гермес Конрад! Эми Вонг! Мягкая, как у младенца. Так и есть. И все остальные! Ура! Мы снова в деле! Бендер! Я умираю! Мне необходимо искусственное дыхание, рот в зад! Его источник питания отключен. Только одна вещь сможет поддержать в нем жизнь. Никогда не чувствовал себя настолько заряженным! Это потому, что устройство судного дня, которое я в тебя запихал, выдает 50 гигаватт! А неплохо! Христа ради, Бендер, продолжай танцевать! Ты должен сжигать энергию судного дня так же быстро, как она вырабатывается! Если ты прекратишь отрываться хоть на одну секунду, ты взорвешься! Так давай, малыш, отрываться! Эй, а где Лила? Что-то не так. Она не реагирует на мои тычки палкой. Мне очень жаль, Фрай. Но боюсь, Лила... в необратимой коме. Кома у Лилы! Общежитие роботов. Моя душенька погибла. Зачем мне теперь жить? Затем, что боль со временем уйдет. Но если я вдруг забуду, как звучит ее милый голос, влажное прикосновение ее глаза к моим губам. Ты все еще убиваешься по этой, как там ее? Пора двигаться дальше. Может, ты и прав. Рободел-мастерская. Пора снова начинать жить. Не-а. Да ладно тебе, Фрай! Ты не можешь жить этой больной иллюзией. По крайней мере, без нашей помощи. На этих пленках системы безопасности пишется все, что происходит в Планетном Экспрессе. Компьютер, проанализировать записи и выдать профайл 1 Туранга Лила. Эй, я как раз теребил эту штуку. Загрузка параметров. Осуществляем экстренную посадку! Что? Мы выжили в крушении? Последнее, что я помню, как умирала во взрыве. И вот она я, воплоти. Лучше расскажи ей, Фрай. Рассказать мне что? В любом случае, я свое дело сделал. Ниблер, иди обними мамочку. Что за плохой Ниблер? Плохой Ниблер! Я что, на самом деле просто робот? То есть у меня же Лилины воспоминания. Я клянусь. Я не знал, что будет так. Единственное, что я знаю точно, что люблю тебя. То есть ее. Правда в том, Фрай, что у меня все еще остались чувства к тебе. Но мои ли это чувства? Мне просто нужно время во всем этом разобраться. Ну ладно. Слушай сюда, диско-дятлы! Вы только что прослушали курс Бендера о науке тузня! Хорошие новости! Я предприму одну последнюю попытку разбудить Лилу. Проснись! 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 Проснись!
Что ж, вот и все. Нет, я отказываюсь сдаваться. Проснись, Лила. Я тебя люблю! Фрай, прекрати. Заповедник циклопоида. Как вы все знаете, в завещании Лилы говорилось, в случае, если она впадет в кому, ее тело должно быть кормлено дикому циклопоиду. Прощай, моя любовь. Чудовище приближается! Зажигай, йоу! Зажигай, йоу! Бендер, завязывай! Ты думаешь, я хочу зажигать? Да мне это осточертело! Бендер, а ну завали хлебало! Вот это да! Молодец, Лила! Так приятно очнуться и увидеть! Лила? Как такое может быть? Заткнись, нам надо убираться отсюда! Да, крошка, зажигай! В этом кресле нет места для задниц двух капитанов! Это безумие! Как ты мог такое устроить, Фрай? Ну, кома. Печаль. Я ухожу. Это все слишком ненормально. Подбодрил бы меня, а, Бендер? Ну, я не знаю. Хочешь сегодня пойти повеселиться? Я ненавижу веселиться! Но почему все, с кем я встречаюсь, от меня убегают? Я люблю Лилу. И если я люблю Роба Лилу тоже, то... Только потому, что в ней было столько от настоящей Лилы. Ты был прав. Лила? Лила, Лила? Лила, Лила. Я тут подумала, Фрай. Если бы я тебя потеряла, я бы тоже не смогла этого пережить. И, наверное, тоже бы сделала копию тебя. И если Роба Лила не такая же ревнивая, как я, то все будет... Я тебя убью, шлюшка одноглазая! Он мой! На, вот, держи. Пистолет? Мне что, правда надо? Пристрели ее! Она робот! Нет, пристрели ее! Она человек! Если вы так, то я вообще ни в кого стрелять не буду. Прямо между легкими. Чуть не попал. Я тоже робот, но как такое возможно? Кто знает? А, я знаю. Позвольте, я объясню, что в действительности произошло в день, когда разбился корабль. Я защищу тебя, Лила! И Фрай на самом деле спас Лилу, но заплатил ужасную цену. Я стряхнул его в стволовые клетки, но он просто испарился. Лила была настолько подавлена, что, насмотревшись бегущего по лезвию бритвы, пошла и сделала дубликат. В попытках воссоздать обожаемый животик Фрая, она слишком сильно набила его медными проводами. Неизбежный статический разряд спалил Лилу и стер у обоих кратковременную память. Я подвесил Лилу к остальным скелетам и пошел искать финальный ингредиент моего стволового варева. Не могу поверить, что я больше не увижу именно того самого Фрая. Эй, а где мои ботинки? Погодите, а что это за Лилы? Поверь мне, лучше не спрашивать. Подожди! Пора уже с этим разобраться. Мы роботы, и мы влюблены. Давай снимем эти мясные костюмы. Ух ты, круто! Что ж, о моих чувствах ты знаешь. Я ждал тебя 1000 лет. Распустили тут сопли! С меня хватит! Колбась, Бендер, колбась! Нет уж, я лучше умру и поубиваю всех человеков, чем протанцую еще хоть миллисекунду! Это же циклопоид! Бендер, ты сжег всю избыточную мощность! Ты исцелен!